истребителю в нашем городе быть? Нерешенным остается лишь вопрос, где именно. В конце прошлого года у Дворца молодежи для макета МиГ-29К подготовили фундамент, закрутили винтовые сваи, построили постамент. Однако истребитель может появиться в другой части города. Среди предложений по месту базирования истребителя – район ЦУМа. Поэтому процесс установки затягивается. Окончательное решение примут в администрации города. А пока макет палубного многоцелевого истребителя МиГ-29К находится на территории Севмаша. Этот истребитель использовали на авианосце «Викрамадитья». Ну, это реальный самолет. Понятно, что со снятым оборудованием, двигателями. Порядка 17 метров в длину. Размах крыльев 11 метров, такая достаточно мощное, масштабное оружие. Руководство Дворца молодежи свою территорию планирует назвать Парком Победы, а коллекцию военных экспонатов пополнять.